Хладнокровие пустоты. Новая плазменная винтовка по квесту от оружейника Банши. Я лично очень люблю и часто пользуюсь плазменками, так что мимо этой, конечно, пройти не мог. Потому зарашил квест, рассчитанный на сезон, за пару дней и вытащил новую сезонную легендарку. Поиграл с ней, да, пока что немного, но первыми впечатлениями поделиться все же могу. Так что давай расскажу о своем опыте использования, о том, стоит ли тебе сейчас напирать на выполнение этого квеста и какой у винтовки потенциал вообще. Для начала разберемся с поручением на винтовку. Как я и сказал, квест нужно получить у Банши, ну а по этапам он даже проще, чем квест на катализатор для криостезии, о котором я говорил в прошлом видео. Вам нужно копить очки, начисляемые за прохождение активностей из плейлистов, а также сделать определенное количество убийств. За киллы из любой плазменной винтовки вы получите бонус к прогрессу. Также бонус обещают за использование стазис подкласса. Так что план такой: запускайте плейлист налетов и пробегайте их в стазисе с плазминкой. В общем, понадобится завершить порядка 25 налетов для полного завершения квеста. Но если такой фарм вас слишком утомляет, то можете начать с плейлистов Горнила и Гамбита, от которых тоже идет прогресс, а заодно залутать там сверхмощные награды, а уже потом бежать по налетам. Что по перкам на винтовке? Из катушек тут проекционный залп, увеличивающий дальность стрельбы, что вполне неплохо, но нам интересны последние два столбца. Для простоты давайте обозначим вот так. Верхние два перка для PvE, нижние перки для PvP. Разогрев – новый перк, который очевидно больше пригодится этой винтовке в горниле. Добивающие попадания из этого оружия повышают точность и стабильность, а также снижают вертикальную отдачу. Этот перк может встретиться и на других типах оружия, к слову. А перк «Заряженный залп» наоборот чисто ПВЕшный. При полностью заряженном магазине первый залп наносит дополнительный урон, а враги взрываются после смерти. Да, этот перк мы уже видели в позапрошлом году. Он был эксклюзивным перком сезонной плазменки «Каверзный вопрос», которую я тоже очень часто брал под различные активности, но которая попала под «Сансет». Так что благодаря тому, что этот перк теперь вернулся на новой плазменке «Хладнокровие пустоты», можно сказать, что это такой «Каверзный вопрос 2.0». Только с другой рамой, и в этом их главное отличие. Каверзный вопрос наносил немногим больше урона за счет агрессивной рамы, но перенос по факту его же особенностей на скорострельную раму, на мой взгляд, немногим поменял сценарий использования винтовки. Дамажить по боссам из плазменки не самое популярное решение, и не самое разумное, что уж там. А вот для зачистки мелкого и не очень мелкого трэша «Хладнокровие пустоты» очень даже подойдет. Благодаря тому, что на винтовке есть питающая ярость, вы можете довольно быстро спамить первым усиленным выстрелом по мобам. Этого, можно сказать, даже не хватало самому каверзному вопросу, у которого был перк на автоподзарядку вместо этого. И опять-таки, на мой взгляд, играть с новой винтовкой благодаря этому даже приятнее. Что касается PvP использования, то не забывайте переключать перки последних колонок на нижние для увеличения урона и исправления отдачи, однако даже с ними я не могу рекомендовать ее брать в горнило на постоянку. Скорость заряда и обращение с оружием будет вас частенько подводить, оно вам не надо. В итоге, как часто ее можно будет вообще использовать? Ну, в этом сезоне я точно буду играть с этой винтовкой как минимум, благодаря тому, что в сезонном артефакте станет доступен мод «Указ военного разума», который позволит создавать сферы Распутина с помощью пустотного урона по площади. Это как ярость Распутина, но на void урон. Крайне интересный мод, которым можно будет совершенствовать свои билды на пустотных подклассах. Но поскольку взрывы от хладнокровия пустоты как раз будут считаться уроном по площади, то спамить сферами, похоже, можно будет только в путь. Как быстрый вывод по первым дням использования винтовки.
Я бы рекомендовал выбить вам эту винтовку. Я бы точно не стал говорить, что она бесполезна. Она идеальным образом подойдет для прохождения новой сезонной активности – взлом, на которой как раз толпы противников, которые нужно отбивать как можно скорее. Она классно заиграет в других PvE-плейлистах или подземельях. И слава богу, что перк «Заряженный залп» не добавили в какую-нибудь новую экзотику, которую мы бы точно уже поленились брать и забивать экзот-слот. Кстати, этот перк также может встретиться на другой винтовке этого сезона, блок 1.1. Ее можно получить за прохождение сумрачного налета случайным образом, ну а с появлением грандмастера она еще и в адепт-версии будет. Но надеяться на рандом я бы не стал, да и вообще, ее бы уж я даже лучше фармил под PvP-ролл с ее-то возможными перками. Короче, о той винтовке мы тоже поговорим в отдельном видео позже в этом сезоне, а пока что на этом все. Спасибо за просмотр и за подписку. До связи!